12 мая – Международный день медицинской сестры. Он традиционно отмечается во всем мире с 1971 года. 80% услуг в учреждениях здравоохранения приходится на медсестер. В областной больнице сегодня работают 272 медсестры. Одной из них является специалист с 28-летним опытом работы Бибигуль Хайгельдекозе. В 1994 году, окончив медицинское училище, она начала трудовую деятельность в инфекционном отделении. Через год состоялся переход в хирургическое отделение, где уже работает более четверти века. Обладатель профессии, ставшая символом доброты и тепла, говорит, что самый главный подарок – это благодарность пациентов. Когда сюда привозят пациентов, у них нет настроения, а в день выписки они благодарят за выздоровление, за внимание к ним. С момента приема пациента медсестра присутствует на всех стадиях его лечения. В практике специалиста, выполнявшего свои обязанности безукоризненно, давшего клятву Гиппократа, происходили различные события. Пришла однажды в ночную смену. Мы же проводим в отделении обход больных. И вот смотрю, один пациент сидит. В глазах испуг. Подошла, спросила, что у тебя болит? Говорит, не знаю, чего-то боюсь. К счастью, врач из реанимации проходил мимо. Я ему говорю, осмотрите этого человека. Врач сразу принял решение, и его быстро отвезли в реанимацию. Доктор сказал, что кровь стала слишком густой. Сколько таких моментов происходило во время различных дежурств? У медсестры, которая делает не менее 50 инъекций в день и перевязывает более 20 человек, также есть свой метод, который делает лечение безболезненным. Ведь пациенты бывают разные. Кто-то встревожен, кто-то нервничает, кто-то сам себя настраивает, что сейчас ему будет больно. Все это время нужно разговаривать с ними и отвлекать от тревожных мыслей. Тогда они не почувствуют ничего. Бибигуль Хайгельдекозе признается, в детстве мечтала работать в сфере торговли и пришла в медицину случайно. Но сегодня она благодарна судьбе за то, что оказалась в числе лучших людей в белых халатах. Единственный сын, который учится в школе, мечтает стать хирургом. Мурат Ибилмаджит, Гульсара Маликова, Давлет Кашкербаев и это Сахпарат.